Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Убиваешь любого в миди один на один, делаешь рэмп и же соперники ливают из игры на 15-й минуте, тогда твой скилл должны оценить сотни тысяч зрителей Киберарены. Принимай участие в турнирах ВД Дота Арена, показывай максимальный скилл, смотри обучающие видео и создавай видеошедевры своих лучших игровых моментов. Каждую неделю по результатам голосования зрителей авторы самых жестких мувиков получают респект комьюнити и не менее жесткие диски Western Digital Velociraptor. Western Digital Velociraptor. Больше, быстрее, голоднее. Подробности на сайте www.dotarena.tv. Western Digital и социальная сеть для геймеров Cyber Arena TV представляют первый сезон беспрецедентного игрового проекта для всех любителей Dota All Stars. ВД Dota All Stars Arena. Тысячи игроков, сотни команд, десятки международных турниров ежедневно. Статистика и система рейтинга, конкурсы лучших игровых моментов и викторины. Ну и, конечно, солидный призовой фонд для лучших из лучших. www.dotarena.tv. Лучшая клан вор зона в Рунете. Место встречи всех любителей Dota. Каждый день у тебя есть шанс сразиться с лучшими игроками и даже стать одним из них. Официальный жесткий диск турнира ВД Велоцираптор. Большой, быстрый, голодный. Генеральный партнер турнира компания Western Digital. Народ, ну что же, всем огромный привет, это Вилат, и как вы, я думаю, все прекрасно понимаете, что это Western, да-да-да, это был Western Digital Velociraptor, как скажете, быстрый, большой, голодный, это Intel Challenge Super Cup, это третий групповой этап, это решающий день. Не скажу я, что это третий тур, потому что тур это первый, играется игра перенесенная первого тура. Сегодня у нас такой себе Monkey Business Marathon, три игры команды Monkeys подряд. Прямо сейчас они начинают против Moscow 5, после этого будет игра Monkeys против Na'Vi и в 10 вечера по Киеву будет завершающая игра группы Б, GGNet против Monkeys. Также сейчас параллельно на стриме Версути, который вы можете найти на Киберарен ТВ, идет матч между Вирус и ГЦ, это решающие битвы в группе А, там все очень интересно. Ну и еще нас сегодня ждет матч Na'Vi против Monkeys, я уже сказал. Также ждет нас матч Moscow 5 против GGNet, тоже очень-очень интересная игра. Ну и сразу вам скажу, что матча 5 Na'Vi не будет. То все, что вы ждали, к сожалению, не состоится. По причине, я думаю, вы знаете какой. По причине неявки команды Na'Vi на матч и не совсем, так сказать, корректного отношения к сопернику и к организаторам турнира. Команда Na'Vi получила техлуз в этом матче, и поэтому им нужно выигрывать у Monkeys и GGNet для того, чтобы пройти в LAN-финал. Так что на данный момент у M5 в этой группе 3 очка, у команды Na'Vi тоже 3, потому что они получили техлуз над командой GGNet и
получили Техвин над командой ГГН, Техлуз над командой МСК Файт. Так вот интересно, у нас состоят дела в третьем групповом этапе. Никто даже не думал, что так может быть. Ну и Нави будут играть с Monkey Business за выход из группы. Ну и, возможно, переиграет игру с ГГН. Это уже зависит, собственно, от самих Na'Vi. Как только они появятся в интернетах, ГГНет будет пытаться с ними договориться о том, чтобы Na'Vi с ними сыграли. Ну, я разговаривал я с Хвостом буквально 25 минут назад, и Хвост, в принципе, не против, очень даже не против, и переиграют они не хотят там какой-то там техлузы, техвины и так далее, и так далее. Но с М5 игры не будет. Так вот, да, Хвост шлет всем тёмки, ихняя игра сразу, их игра, ихняя неправильно, же правильно говорить на русском языке, ихняя, нет такого слова, вот же я необразованный. Ну а сейчас мы начинаем, как, собственно, я думаю, вы прекрасно видите. Итак, группа Б, Monkey Business, первая ихняя игра против Moscow Five. Всем вам еще раз напоминаю, что канал, официальный канал нашей трансляции в Мирке V1LAT, общаемся там, если вы нас смотрите на Киберарене или на Овнеде, вам стоит всего немножечко опустить свой курсор под плеер и нажать кнопочку чат, сделав это, вы попадете сразу на наш канал, где уже сидит 380 человек, и тема дня «Камбэк V1LAT», ну камбэк был все-таки еще вчера. Фейнтраш успел поставить плюс D. Слава богу. Красавчик. Вилат, будешь включать Вентрилу М5? Ну, не знаю. Может быть, на следующую игру, на эту, я не думаю, что они будут за. Может, потом и включ. Давай Вентрил. Ну, между матчами обсудим это с ребятами. Не знаю, согласятся ли они. Я знаю, что не особо они любители этой темы и так далее. Что так дует вообще? Пик-то у нас идет, я так понимаю, и продолжается, будет у нас ремейк маленький, ну, ничего страшного. Где Арстайл? Да Арстайл в Харькове себе нормально себя чувствует. Я бы с ним, может быть, доту покомендил. Ваня, если ты в онлайне, напиши мне в Мирку или там в Skype, давай покомментим вместе с тобой доту. А? Ты же, может, слушаешь, я знаю. Вела, что ситуация ХФГЛ для Na'Vi. Чуваки, реально не знаю. Вот реально не знаю. Что с конкурсом аналитики? Читал, прочитал, страниц, наверное, 50, осталось еще около сотни. Как только дочитаю, есть у меня несколько постов сразу выделенных, я их вам дам. Пишет мне Нирвана Макса, что не надо нам к нам Вентрилу, не надо. А я бы так хотел к М5 Вентрилу ворваться. Ах, это была бы фановая трансляция, сразу получили мы бы массу удовольствия. И так далее. Было бы очень круто. Да, вот, еще раз просит меня Нирвана сообщить вам, что, ребят, Артстайла не будет в М5, и это все слухи, и его однозначно не будет в М5. В М5 только российские игроки. Хотя вы знаете, когда начиналась Na'Vi, тоже была история с тем, что в Na'Vi только украинские игроки. Ну, в России выбор, конечно, побольше. И так далее. Не знаю, придержится ли до конца Moscow 5 этой линии, но это, конечно, круто. Да и забейте, какой Артстайл в М5, вы че? Что он там забыл? Тут у нас будет ремейк, у нас Spectra Operation, мы видим Invoker, Clockwork, Venomancer, Shadow Demon, Chen, Windrunner, Omni-Knight и Bruda в бане. В принципе, очень много дефолтных банов, очень много и недефолтных. Weaver, Batrider, Shaker, Patma в пике. Вот это пик у М5! У-ху-ху! Ну и ответ, конечно, тоже шикарный. Баланар, Дестройер в мид, Баланар Винга в легкую, Энигма леса, Фурион сложный, Энигма сложную, Фурион в леса. Это, конечно, тоже круто.
и M5 Captain Cat. Вы, я думаю, все слышали. Это произведение просто искусства, от которого я сегодня довольно плотно так протащился. Ну, я имею в виду, конечно же, ПГГ в рэпе. Ничто другое, как ПГГ в рэпе. Проверим, кстати, пинги. Видим, пинги очень неплохие. У Дреда лагает, потому что у него 32 стола покера запущенных. И лич последний пик у ПГГ. Ну и будет у нас малюсенький такой рехост. Малюсенький такой рехост. Я вам... О, что это за херь? Что это за... Я не понял, что это такое? Не понимаю, что это за люди там сидят. Ладно, сейчас я, это кто-то уже получил пароль на хостбот. Мы его сменим, чтобы не было вот этого. Вот тут что это? Заходят какие-то рандомы. Вам я сейчас поставлю опять-таки какую-то рекламку. Вот можете там что-то послушать. Про меня. Послушайте меня. Я вам быстренько сейчас... Я там вам что-то порассказываю. Компания Western Digital и социальная сеть для геймеров Cyber Arena TV представляют. Первый сезон беспрецедентного игрового проекта для всех любителей Dota All Stars. VD Dota All Stars Arena. Тысячи игроков, сотни команд, десятки международных турниров ежедневно. Статистика и система рейтинга, конкурсы лучших игровых моментов и викторины. Ну, конечно, солидный призовой фонд для лучших из лучших. VV.Arena TV. Лучшая клан вор зона в Рунете. Место встречи всех любителей Dota. Каждый день у тебя есть шанс сразиться с лучшими игроками и даже стать одним из них. Официальный жесткий диск турнира VD Velociraptor. Большой, быстрый, голодный. Генеральный партнер турнира компания Western Digital. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Что ж, посмотрели мы еще пингвинов на засыпочку. Ну и, наверное, сейчас уже начнется у нас шпилево. Так... Левых людей, как всегда, очень много. Ну, вот ломится какой-то типуля. Непонятно, зачем затягивает это все начало игры. И вот бесит, надо его, наверное, будет батом забанить. Чтобы не смог он врываться. Ну что, готовы у нас, по-моему, команды, если я не ошибаюсь, да? Dread, God, NS, Equilibrium, Calculus, Miguel, Link, Angel. Поехали. Да. Так что ж, Дред поставил паузу. А, Вигас АФК. Ну, бывает, бывает. Так, парни, опять-таки, давайте сразу, что если кто хочет, чтобы я ответил на ваш вопрос,
так же, как это было вчера, так как это будет впредь каждый день. Киберарен ТВ, там имеется новость, называется она CCS 9, третий игровой день третьего группового этапа. Там есть и превью ко всем матчам, и оба плеера, мой и Версут, и идут там оба матча, расписание матчей, ну и там, собственно, я и буду отвечать на ваши вопросы, если они у вас, конечно, будут, а я уверен, что будут. Потому что всегда они есть. Ну, пока давайте ближе к игре, что ли. Итак, М5 начинает играть на засентов, НС играет на шейкере, как мы видели. А вот дальше довольно интересно. Лич бай Дред и Вивер бай ПГГ. Вот так вот. На Бетрайдере будет год, на Патме, конечно же, Вигас, который до сих пор не зарегался, и ник Moscow 5 Вигас, вот же. Нехороший человек. На РГЦ у него такой есть ник, это я знаю. Играли на Техлапсе уже, в принципе, с нормальными никами. Но надо бы, чтобы менеджмент заставил. Макс, если слушаешь, заставь Вигаса зарегать никнейм. Москва Вигас. Как-то так привычнее все-таки. Покультурнее это все выглядит. Мы видим, что проверяют наличие команды врага возле Рошана М5. Там никого нету. Маки бегают в других местах. Калкулус играет, или Калк играет у нас на Винге. Мигель играет на Баланаре. В миде на Обсидиан Дестройера будет Энджел. Ну и Фурион by Link. Enigma by Legendary Dane или Риз. Сложное у нас будет. Фурион будет пытаться где-то помогать. Legendary Dane — это бывший игрок команды Nevo, опять-таки бывший игрок команды Shift Riz. Я думаю, знаете вы такого. Довольно, ну, не то чтобы известный, но не то, что Legendary Dane, не Aurelius, чтобы знать какой-то непонятный никнейм, что ли. Да, Faint, хорошо. Так и сделаем. А, задроты заняли все ники Вигаса, пишет мне. Да, есть такая проблема, я ни на одном сайте тоже там не могу зарегаться, как Вилат, например. НС говорил, что та же трабла, вообще полная попа, не говоря уже про ПГГ и все вариации его ника. Ну, зарегается, конечно же, что-то придумает, вариации миллионы, и что-то можно придумать. Но вот опять-таки, ник-стилеры, это же вы знаете, это же такие пацаны, как вот те, которые в игры заходят. Абсолютно непонятно, зачем они это делают, но зачем-то делают. Так, миди у нас будет две птицы друг против друга. Лич, вы видите, тоже тут будет стоять поближе к году ему помогать. Сложной все-таки Фурион, а не Энигма. Видите, я думал, будет Энигма, а Фурион будет в лесах, но отправляется в леса все-таки у нас Риз на Энигме. А Фурион остается на сложной линии, будет стоять здесь против Шейкера и Вивера. Ну и, конечно же, Дред из Бека, который будет прибегать и помогать. Так, сложная у нас против Вигаса тоже Баланар вместе с Вингой. Вигас, видите, особо не боится Винги, настреливает ее еще. Ну а че же ему бояться-то? Убить его не так уж и просто на первых левелах, я думаю, это понятно. Так, ну вот тут уже Баланар дал войд, вы видите, и было бы близко Винга, могли бы быть проблемы. Но есть лип у Вигас на первом левеле, я уверен, и в конце концов ушел. Видите, еще три танга ему кто-то купил. То есть 6 своих и 3, я так понимаю, купил Дред из Бэк. Так, тут атака. Атака на Фуриона. Шейкер закрыл его, но спокойно все-таки уходит здесь Линк под Тауэр. Не получилось у команды Moscow 5 с первой же попытки сделать килл. 5-5 Крипстату ПГГ, 1-1 у НСа, здесь 1-0 у Линка. В миде давайте глянем, что у нас здесь. 7-0 Энджел, Бетрайдер 4-2, неплохо, как бы для Энджела. Дважды он уже спрятал у нас года в Астрал, и году тяжело, конечно, стоять. Постоянно в Астрале, хороший крип-контроль практически нереален, когда ты в Астрале, пол игры. Вигас, видите, ой, тут еще и Старфолом сейчас зафармит все это. Если есть Старфол, так есть Тан здесь. Ой-ой-ой-ой, прыгнет же он прямо на Энигму. Нет, Вигас красавчик, уходит совсем в другую сторону там. Если бы он прыгнул на Энигму, и Дред делает ФБ в миде вместе с ДД, вместе с Годом. Забрал он ДД, подтягивается в мид, убивает Энджела. Нова два стака накинули на него, и 1-0 в пользу команды Moscow 5. Я смотрел там, пока Вигас разводит троих, провтыкал момент миди. Видно было, что Дред вот отсюда вот так вот пошел на топ. Казалось, что пойдет куда-то в леса, но вышел он через верх, и 1-0 делает команда Moscow 5. Неплохо. Вот Лича тут же спрятали, как только он попытался дать еще одну нову. Чтобы вы понимаете, что нова, слово Firefly, и начинается уже беда. 1-0 в пользу Moscow 5.
Смотрим далее. Вивер настреливает Фуриона, которому бедному тут очень тяжело. 550 голды у ПГГ, есть базилка, три ветки и очень много как-то танга. Знаете, НС тут скоро можно будет вообще уйти отсюда и понапрягать кого-то на другой линии. Опять-таки в том же миде, где здесь, вот смотрите, проблемы тут опять. Он же 7 стаков, как-то больно въезжают тычки, а? При 7 стаках и тратит реген, продолжает тратить реген на Сэнджел. 8-0 у него крипстат. 9-7 у Бэтрайдера. Лич ушел на один килл, ни одного крипа еще не убитого дреда. Ребят, сразу для всех тех, кто, не знаю, любит киберспорт и в частности доту. Так, тут линк улетит, улетит, да, улетает линк на тычку оставшийся. Начинаются у нас веселые деньки. Сегодня, как я уже вам сказал, до 12 ночи по Киеву, то есть 6 часов, я буду в эфире вместе с вами во время матча Intel Challenge. Это будут матчи группы B, Monkeys M5, Monkeys Na'Vi, Monkeys GGNet. Возможно, в перерывах мы будем делать включение на матчи группы А, где играет Virus GC, а также на матч GGNet против Moscow 5, который тоже будет сегодня играть. Но это еще не все. Это еще не все. Поэтому ровно в 4 часа утра по времени киевскому, в 5 по московскому, всех любителей киберспорта приглашаю обратно на Киберарена ТВ, на мой канал, который вы смотрите прямо сейчас. Снова на него можете смотреть там же. И это килл будет от ПГГ, юзает еще стик здесь линк. Ой, куча дэмэджа, конечно, получил здесь ПГГшка, но жук догрыз все-таки Фуриона и 2-0 стал счет. Так вот, ой-ой-ой, проблемы тут у Вигаса. А, дает он Старфол, нужно прыгать. А, нету. Липа прыгнул на этот раз все-таки на Энигму. Убивает Ризу нас Вигас. А счет сносится 2-1. Так вот, в 4 утра по киевскому, в 5 по московскому. Прямая трансляция с моими комментариями турнира Intel Extreme Masters. Гуанчжоу в Кёльне. Ой, я говорю, в Кёльне, в Гуанчжоу как раз. Старкрафт. Будет весело. Так, сюда сейчас прилетит Фурион. Прилетает Фурион. Закрывает двоих. Тут же ковое дерево. И два живого Энджел. Энджел умирает. Можно убивать еще Фуриона, спрятали Лича, рядом Энигма. Ну, тут вафли, наверное, дреду. У Энигмы есть тан, 6 левел. 6 левел, бежит, тут еще винга. Минус армор, маны нету. Дред, мансовать, хорош. Уходит дред отсюда, а ПГГ, год все-таки умер от линка. 3-2. Так вот, четвертьфинальные матчи Intel Extreme Masters по Старкрафту, а также матчи группового турнира Intel Extreme Masters по League of Legends мы будем сегодня с вами смотреть ночью, точнее, можно сказать, даже завтра утром. То есть с 4 утра и до 12 я буду в прямом эфире. Будем болеть за Димагу, будем болеть за Стрелка в ихних битвах четвертьфинальных. 4 четвертьфинала Best of 5, также, возможно, некоторые матчи по Лолу. Это все будет сегодня ночью, ну а пока у нас дотка-дотка. И дотка-дотка, вы знаете, это не селедка. Вилон, ты из арены стримишь, у тебя проблемы... Да, из арены, и что-то непонятно, что, лагает, что ли? Очень странно, не может быть. Не может быть, аж самому не верится, что лагает. Сейчас я прочекаю, конечно, но я думаю... Сейчас мы глянем, что может быть, в чем может быть проблема. Да, я вижу, что идут какие-то пролаги, и совершенно мне непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это произошло вообще только что? Странно. Так, ну, смотрю сейчас сам свой стрим, кажись, все окей. Спайки есть, фризы бывают, пишет мне Фейнтраш. Странно, ну, если вот сейчас буквально Фейнт, если тебе тяжело, напиши мне еще раз в скайп, пожалуйста, буквально через 3 минуты, если не исправится. Если не исправится, я попробую остановить Local Record ввода. Может быть, это какая-то непонятная трабла системы. Хрен его знает, что это такое вообще, если честно. Знаете, я удивлен, что лаги. Что-то непонятно. Ну, надеюсь, сейчас попустит. Надеюсь, сейчас попустит, и все будет хорошо.
Только картинка, звук нормас. Ну, если так, это походу... Я знаю, что это. Так, врывается здесь на Года. Баланар ночью начинает драться. Год умирает. Энигма рядом. Еще зацепит сейчас Лича. Шейкер отличный стан. Но вафли также Дреду. Да, Дред получает массу дэмэджа. Еще и ультанул там Энджел на спину ему. И 2 в 0 размен. Счет стал 3-4. Ребят, ситуация такая, что сейчас буквально нужно будет сделать рестарт. И вернусь я через секунду. Я надеюсь, ничего мы не пропустим сверхважного. Должно перестать лагать. Сейчас рестарт.